все сердце пытаться открыть. И чем же, одними словами? Да и в словах-то людских не так уж все было бы сбито. Значения не сыщете в них, значение слов позабыто. Да и кому рассказать при искреннем даже желании? Никто не сумеет понять всю силу чужого страдания. Странно. Мы живем, как во сне неразгаданно. На одной из удобных планет много есть, чего вовсе не надо нам. А того, что нам хочется, нет. Увы, позвольте возразить вам, сударь. Есть горячее солнце, наивные дети, драгоценная радость мелодии книг. Если нет, то ведь были на свете и Бетховен, и Пушкин, и Гейне, и Грик. Есть незримое творчество в каждом мгновении, в умном слове, в улыбке, в сиянии глаз. Будь творцом, созидай золотые мгновения. В каждом дне есть раздумье и пряный экстаз.